Овны. Сегодня нужно вспомнить, что такое минутная слабость, чтобы не сболтнуть лишнего в коллективе. Контролируйте себя и то, что пытаетесь донести словесно. Тельцы. Для того, чтобы вам сегодня чего-то существенно добиться, нужно сменить гнев на милость. Командный тон спрячьте подальше, будьте мягче и лояльнее. Близнецы. Сегодня вы узнаете себе много нового и интересного. Миролюбивый тон должен присутствовать во время общения с руководством. Не гневите того, кто вам платит. Раки. Удачно сложится любовная сторона жизни. Вы найдете те точки соприкосновения, которые давно искали. Гармония. Вот к чему стремитесь оба. Львы. Как бы вы ни стремились, но исправить текущую и сложную ситуацию не получится. Вам придется наблюдать и воспринимать все спокойно. Девы. Вам не следует спорить даже с самим собой. Внутренний конфликт может негативно отразиться на обстоятельствах. Улыбайтесь. Не показывайте даже вида, что может что-то угнетать или раздражать. Весы. Сегодня у вас будет необычная скорость в делах. Что ж, такими темпами вы не только увеличите продуктивность, но и достигнете материальных высот. Скорпионы. Вас жизнь столкнет с необыкновенными событиями. Половина коснутся вас напрямую, другая часть больше относится к близким людям. Если посмотрите на все с оптимизмом, то негатива не обнаружите. Стрельцы. Звезды предсказывают созидательный день. Придется много трудиться, причем самостоятельно. Перемен ожидается много. Не запутайтесь в реализации планов. Козероги. Вы будете ценить и цепляться за каждую прожитую секунду. Откуда такая жадность до жизни? Возможно, что некоторые минусы в прошлом подталкивают к активизации в настоящем. Водолеи. Звезды советуют вам признать свою компетентность, если в коллективе завяжется жаркий спор. Это поможет сохранить авторитет. Рыбы. В этот день придется посуетиться, чтобы безболезненно решить все имеющиеся проблемы. Пусть они не громадные, но избавиться от такого груза нужно.